بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورة النصر продолжим разбор суры النصر на прошлом уроке мы закончили إعراب грамматический разбор глагольного предложения يدخلون и остановились на словах في دين الله في это حرف جر предлог родительного падежа مبني على سكون с неизменяемым окончанием سكونом на конце دين это مجرور بفي имя поставленное حرفом في в состоянии جر у родительный падеж. У аламут джарги признак состояния джар в этом имени аль-касрату дзахирату аля ахрихи, явная касра на его конце. У аль-джару аль-маджрур предлог родительного падежа фи и поставленное им состояние джар имя дин, все это мутааллихун связан, состоит в смысловой связке с глаголом бифиаль ядхулуна, с глаголом ядхулуна. У дин и мудаф. Слово дин является мудафом, первым членом из афетного сочетания. Аллахи исмуль джалалати мудаф илейхи. Имя величия является вторым членом изафетного сочетания. Маджруром биль мудафи поставили мудаф на состояние аль-джар, у родительный падеж. У аламату джарри, признак джарри здесь, аль-касрату дзахирату аля ахри, явная касра на его конце. Афуаджан, это халь, обстоятельство образа действия. Миналь вави фи ядхулуна. Халь от вава, от местоимения вав в глаголе ядхулун. То есть входящими, как? Входящими толпами. Мансубан поставлен в состояние нас винительный падеж. У аламута насби признак состояния насб в этом имени аль-фатхату дзахирату аля ахрихи. Явная фатха на его конце. Фасаббих бихамди раббика вастагфирху иннаху кана тавваба. Вославь хвалой своего Господа и проси у него прощения. Поистине он является принимающим покаяние. Фасаббих аль-фа это рабитут на лиджаваби шарты. Фа является частицей, которая связывает предложение, которое является ответным условием с этим условием. То есть является связующим звеном между условным предложением, проходящим после «ида», «ида джаа насрулла», и его ответом «фасаббих». «Саббих» – это фиалю амрин, глагол повеления, приказная форма глагола, мабни аля сукунин, с неизменяемым окончанием сукуном на конце. «Уфаилюха дамирун мустатрун фиихи уджубан». Его фаиль – это скрытое в нем в обязательном порядке местоимение. «Тагдируха анта» – это местоимение «анта». «Вальфиалю маа фаили» – глагол «саббих» со своим фаилем – местоимением «анта» является джумлетун фиалитун, глагольным предложением. Джавабу шарт является ответом условия, на которое указывает «ида». «Ла махалля лаха мин аль-и'раби». Это предложение не имеет места в падеже, так как «ида» «гойру джазиматин». «Ида» не ставит в усеченное состояние. «Бихамди альба» – это харфу джарин, предлог родительного падежа, мабни аля касрин с неизменяемым окончанием с касры на конце. «Хамди маджрурун бильбай». Поставлен в состояние джар предлогом родительного падежа «ба». وعلامه جر признак جر в этом имени это الكسره الظاهره على اخره явная كسره на его конце والجار والمجرور предлог родительного падежа ба и поставленное им состояние جر имя хамди متعلق بمحذوف связан со скрытым عاملом фактором في محل النصب на месте падежа النصب حال обстоятельство образ действия то есть سبح متلبسا بحمد ربك وصلي وزنسي خلو своему Господу. Также аль-джар валамаджрур здесь может быть муталлихун бисаббих, состоять в смысловой связке с самим глаголом саббих. У хамди мудаф, первый член из афетного сочетания. У рабби это мудафун илейхи, второй член из афетного сочетания. Маджрурун биль мудафи, поставлен мудафом в состояние джар. У аламуту джарри, признак состояния джар в этом имени, аль-касрату дзахирату аля ахрихи, явная касра на его конце. У рабби мудаф, в свою очередь, тоже является мудафом. Аль-каф – это дамирун муттасун, слитное местоимение. Мабни аля фатхин, с неизменяемым окончанием с фатхи на конце. Фи махалли джарин, на месте падежа джар. Мудафуну илейхи, второй член из афетного сочетания. Вастагфируху. Аль-вау – это харфу атфин, мабни аля фатхин, с неизменяемым окончанием с фатхи на конце. Истагфир – это фиалю амрин, глагол повеления. Мабни аля сукуним, с неизменяемым окончанием, с сукуном на конце. Вафаалю юафааль – действующее лицо – это дамирун мустатрун фихи вуджубан. Скрытое в нем в обязательной форме местоимение «анта», «такдируха анта». Это местоимение, местоимение «анта». «Вальфиалю маа фаалия» – глагол «истагфир» со своим фаалем. Все это «джумлятун фаалитун» – глагольное предложение. «Маатуфутун аля джумляти фасаббих» – соединено с предыдущим предложением «саббих». Поэтому так же, как и оно, «ла махалля лаха мин аль-и'раби» не имеет места в падеже. На этом все на сегодня. Продолжим, иншаллах, на следующем уроке.